Необычный урок для воспитанников музыкальных школ и вокальных кружков прошел в зале Дворца культуры Подмосковья. В качестве педагога выступил известный композитор и певец Дмитрий Маликов. Его уроки музыки – это масштабный проект, в рамках которого он путешествует по городам России, мотивируя ребят развиваться в сфере искусства. Этот урок музыки пропускать не хотелось никому, поэтому найти свободное место в зале оказалось совсем непросто. Приглашали всех желающих, они и пришли. В качестве учителя выступает народный артист, композитор и певец Дмитрий Маликов. Но, конечно, никакой муштры и бесконечных заданий. Вместо этого педагог с именем рассказывал о своем творческом пути. Вспоминал интересные истории из детства, много говорил о семье и отце, который заставлял музыканта играть на пианино. Что из этого получилось, он периодически и демонстрировал своим сегодняшним ученикам. Николаю Воропаеву повезло вдвойне. Вместе с маэстро он исполнил сочинение «Ночь в Мадриде». Автор музыки остался доволен игрой, посоветовав юноше лишь больше внимания уделять ритму. Ну а маленькие хористки из алых парусов и вовсе поразили учителя. В такой интерпретации песня про маму звучала впервые. Хор очень был симпатичный, профессиональный, и хорошо девочки тоже очень спели, и как-то так нежно получилось. Поэтому в целом, конечно, зачет, как говорится. Вот. Ну и зал хороший, зал был полный, было много людей, и я в этом зале часто выступал, ну просто как эстрадный артист, а сегодня у меня такая другая миссия, рояль замечательный, новый. Вот, организация очень хорошая. Главная миссия таких уроков, говорит Маликов, показать ребятам, что классическая музыка – это вовсе не скучно. Напротив, увлекательно. Очень важно заниматься музыкой, что очень важно получить начальное музыкальное образование, что должно быть практически обязательным. И даже если ребенок не станет профессиональным музыкантом, все равно музыка его изменит, и музыка его всегда изменит в лучшую сторону. Слушать сольную игру юных музыкантов Маликов пожелал уже из зрительного зала. Говорит, так лучше воспринимаются нюансы. Впрочем, строго оценивать каждого исполнителя не стал. Главное, что ребята стараются совершенствоваться и не бросают занятия. Ведь однажды, забросив их, вернуться к урокам бывает очень непросто. Валентина Титова, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ.